Давай, читай, читаю. Вот Сергей мне подписывает книгу там, мой товарищ многолетний. Сейчас, подождите, я поверну вот так вот. Он мне книгу подписывает. Так. Так, как он насупился там, серьезно так подписывает. А сам книги-то пишет, которые у него вот сейчас почитал мне стихотворение. Я хочу его попросить, чтобы он вам прочитал стихотворение. Подписал, Сереж? Подписал. Прочти это стихотворение. А меня не видно? Ну как же, вон он ты. Ну да. Я там, одно плечо мое. Давай сюда поближе. Вот он. Прошу любить и жаловать. Рекомендую. Сергей. Да, поэт, поэт. Оказывается, у нас три союза писателей. Да. Один союз какой? Ну, чтобы вообще союз знали. Союз писателей наши. России, да. Союз российских писателей и еще какой-то российский союз, наверное, писателей. Да, поэтому Сережа выбирает, куда ему вступить. Нет, я не выбираю. Я уже хотел, выбрал, но что-то как-то мне не понравилось. Прочитай стихотворение, и мы поймем, почему у него так называют. Посвящено моему классному руководителю Беляевой Зое Дмитриевне. Так. Седая ночь поземкой стелет, заходит колыбельная звезда, довольный кот на лавке дремлет, забыв волнение навсегда. Стучит в окно, извиняюсь, шальная вьюга, ее порывы холодны, им не уняться друг без друга до доброй утренней поры. Шумят мотивы, подбирая, взмывая ввысь наперебой, верста застыла столбовая, приняв размеренный покой. Скользят по полю, заметая саней пролетные бразды, устала тройка издавая, ямщик похмелье видит сны. К нему приходят потаенно светлые вешние луга, как волей ветра обреченно тростник колышет берега, как катит речка говорливо по перекатам в мута, как над водой склонилась ива, накрыв прибрежные врата. И ясный день веселье правит, спешит стремниный поворот, объездный путь на переправе, уступом сел знакомый брод. А дома ждет его невеста, с надеждой зрит на образа, и не находит себе места, тоска слезит ее глаза, и тянет нежно свои руки, обнять желая ямщика, томится милая в разлуке, ждет поклон издалека. Не плачь, красавица, напрасно, уми печаль наверняка, летит к тебе твой сокол ясный и подгоняет рысака. Вот кони взяли переправу и сорвались во весь опор. Стязает ветер молодую траву, вновь налетевший на простор. И в радости легка дорога, приветно к дому путь лежит. Но воет-воет злая вьюга, и ночь с рассветом не спешит. Вот оно как. Вот не хочу сказать... Ну, как Есенин. Да, называется вот одна из книг у него, у Сережи. Осташева. Осташова. Осташова. Да, это село, где я родился, в Волоколамском районе. А вот смотрите, у него написано Сергей Сенин. Потому что у него в духе Есенина. А вторая книга у него... А почему Ника? Почему? Это дочь, имя моей дочери. А, имя дочери, да. Кстати говоря, у Сережи раньше была собака. И вот в этот раз он приехал без собаки, потому что я эту собаку знал. Эта собака была мудрая, она была старая, и Сережа ее возил в своей машине и приезжал с собакой. А теперь он приехал без собаки, и груз такая. Ну, я давно уже. Ну, ей сколько было лет? 18,5. 18,5 лет была собаке. Хорошая была собака. Ну, это порода. Вообще собаки живут до 13-14 лет всего. Да? Она у меня прожила 18,5. О, это порода не только собаки, это и порода хозяина, если можно так сказать. Не в грубом смысле, а в добром смысле. Ну, что делать? Интеллигент? До встречи, друзья. До свидания.